Скажите, что, как прокомментируете решение суда? В двух словах, преступление доказано, и при уговорах я полностью удовлетворен. А вы можете подробно рассказать вообще про всю эту историю? Ну, хотя бы вкратце, в хабу. Вкратце не получится, это очень долгая история. Нет, 100%. Заняло много времени. Все, спасибо. Скажите, а вы не боитесь мести со стороны? Нет, не боюсь. Хорошо, а то есть факт все-таки передачи денег был, да, и что было после передачи денег? Расскажите, просто мы ничего не знаем. Вы передали деньги, а потом пошли в правоохранительные органы, да, или как? Я не буду это комментировать, в материалах это все есть, спасибо. Хорошо, спасибо. Тогда...